Буэнос диас, братва. Ядерно светный заряд вашей экраны, это значит, что мы продолжаем охотиться за доктором Недом в Borderlands. Садимся поудобнее, берем нестички и вперед. Погнали. Keep coming. I don't care. I actually designed this shit in stages, so it'd be more entertaining for me. Наверное, стоило все-таки сделать упор не на дамагу, а на ДПМ. Я вот туда залезу, что-то мне там не нравится. Опа, чё? Какой-то ящик. С патроньём. Опа, чё? Мясо. Да, рвет их веселее. В принципе, я бы предпочел зачистить всю эту хуяльню полностью. Странно, я чё-то зомби не наблюдаю, а? Ух, нихуя какая пушка! Эй, зомби, зацените, какую хуевину я поднял! Да, блять, вот это же... Разрывными, блядь. Ху. Эпическая хуяльня, конечно. Но это только начало. Шикарная, однако, вещь. Честно, я очень давно мечтал о подобном стволе. Потому что это ебучая газонокосилка.
undead again, and I just fire up the mojo and make them re-undead, and they're back to gnawing behind fat. Сейчас начнется ебучий Happy Meal. Там, по-моему, Тангенштейн даже бегал. Ну ни хера себе там кровище. Я его не добью. А нет, добил. Теперь давайте попробуем выставить лимит в 600 баксов. Сразу нахуй. Так, теперь мы не берем пушки дороже 600. Ты удешевле. Так, 700. Ну чё? Блять, я забыл кнопочку. Как
Как же, блядь, этот удар рукой В. Есть тут уроды рядом? Нету. Бежим дальше. Где-то тут Скагвольфу должен появиться. Угу. А здесь не кислая такая позиция для отстрела. Однако. Если так подумать, то здесь можно залипнуть прям так конкретно. Красивый эйр. Так, чё я там поднял? 891, нормально. У нас лимит 700 баксов, напомню. Так. В следующих сериях мы, наверное, добьём побочечки. В дополнение, а потом продолжим сюжет. Мастер ломастер модификатор класса. Так. 259 у нас шел, да? Не, ничего подобного у нас нет. Мы продаем лучшее снаряжение на планете. Так, ну в принципе, если так подумать, то все равно можно не брать пушки дешевле 500 баксов. Толку с них, как с козлища молока. Не нравится. Блять, к этому месту отлично подошел Little Big Life in the Trash. Здесь чисто.
Так, есть. Пригодится. Блять, у меня засада с патронами. Turns out he's a bad guy. Who knew? Я его сейчас гранатами заем. Готов. It's not over yet. Undead Ned. Holy fucking shit! Куколку педрила не отдал. Убить доктора Неда. Опять. Хуяк. Блять, как же его выносил-то, когда проходил в прошлый раз. А, вон дырка. Так, трубищи ебаные. Блять, я еще не встрял. Было бы очень эпично. СБ все-таки вляпался. Ага, вот и море крови. Берем снайпу и в принципе, если сделать все грамотно, то хер он нас достанет. Где это, блядь, шампунька ебаная? Ага. Какой левел? Опять же, забавный баг. Если между вами есть прямая видимость, но есть и препятствие, если с каким-то, как говорится, большой тварью сколько-то тягаться. Опа! То можно вот так вот его доставать. Я это проделал с Верскагом, когда мы первый раз его встретили. То... Where was I? Oh, yes. And so, Dr. Ned was stopped. Thanks to the courageous Vault Hunters. And me. You? That doesn't make any sense. Well, you! Bedtime, you little... Good night, dirty little orphan. Так, качаем грабеж однозначно. Че там ему тут пидорок навыбрасывал? Так, патронье, баблачевский, какой-то дробовичок. Ох ты ж, ебать, напалмовая снайперка. Оба.
42 тысячи баксов. Охуеть. Так. И что же это получается? В принципе, основную линию дополнения мы прошли. Мы ее прошли. Дайте-ка гляну на хронометраж. 20 минут. Так, ну в принципе, можно еще даже минут на 20 все это дело растянуть. Так, в каком-то очке дьявола я вылез. Вот так. Нет, давайте, наверное, сначала в Dead Heaven сходим. Хм, красиво. Не, если мочить уродов конвейером, то лут пойдет рекой. Да вы чё, охуели? Где ты блюешь-то, псина? Хуй автоматический. На, брыган. Чё, кстати, игра стала слишком часто язвеньков подкидывать. Не находите, а? Куда мы вообще топаем? Мы топаем в дохлую гавань. Только мы не очень-то видим, куда топаем, потому что за мной толпа уродов. Вдруг хоть и не шибко мощно, но, сука, кусаются. Щелк. Угу. Опять войнушка с Танкенштейнами. Ну сколько ж, сука, можно? 112 всего лишь. Ебать колотить! Блять, ты уже. Так, 207 на 29. Короче, оба ствола продаем. Так, что тут по шилде есть? 151, 42, 186, 17, 50. Хуйня. Блять, надо патронами для дроби подтариться, не? Немножко для ПП, ну и в принципе все. Че, пошли искать карту. Где у нас первые сведения? Ух, ебать, придется аж на север топать. Так, по центральному проходу можно было бы, в принципе. Бум.
Так, снайперка. Ну и просто начинаем уничтожать говно из пулемета. Так, лимит 500 зеленых. Так, это нахуй. Так, это лаба. Угу. Угу. Так, значит, внутрь лабы. Хорошо. Та-ра-ра-та-там-ля-лям. Блять. Там 241. Мало. 150. 141. Хуйня, короче. Так, теперь мы куда? А вот теперь, да, идем на самый север карты. Еще тут на меня пар уж псина. Что, не нравится? Блядь, за такую экспу на них даже патроны тратить не очень охота, вот честно. Ебля какая-то. Бля, ну такое ощущение, что их хуйня сама наводится. Да, крит у этой штуки ого-го. Готов, покойник. Блять, что я сделал? Нужен врач, когда... 351! Забираю.
Если нужны лекарства, подходим и берем. Еще и ХП увеличиваются. Так. Теперь что по квестам? Теперь надо в General Hospital топать. Это значит на базу. О. Это типа зырь мир, как я умею, да? Ха, блядь. Ах ты. Петушара мелкий. И, в принципе, с этой штукой поднявая катка превратилась в достаточно бодрый и веселый тир, сука. Опаньки. Стволики. Не, все хуйня. Хотите выпустить как можно больше? Даже толкнуть-то, в принципе, нечего. Влада решит эту проблему. Еще уёбков не набил особо. Просто, блядь, вагонами патроны, а? Вагонами нахуй! Чистим нычки. Есть еще что-нибудь пиздатое. Бля. Блять, что не так? Чё-то хуй понял. Угу. Значит, все-таки возможно было съебаться. Так, теперь мы в госпиталь. Ну, судя по хронометражу, это на следующую серию. Ну, пока хотя бы дойдем. И, по-моему, еще было несколько побочных. Была еще какая-то ебучая гавань. Так. Дайте я до доски добегу. И можно, в принципе, на этом моменте сворачиваться. Ну, накачался, конечно, здраво. Если раньше меня эти качки и мудачки вышибали просто на раз. Ну, вы помните, с того момента, когда я бомбанул и вместо сюжета пошел по дополнениям.
Может, потому что я просто быстро продвигался и не уделял внимания побочкам? Но соль не в этом, в принципе-то. Фишка вся в том, что сейчас-то, блядь, я раскачался как следует, а ритмичный снайпер. Так, 180, 92,6, 2,4, обойма, 5. Все, 49. Хуятина какая-то. $4320 XP. Что мне дали? Лупомет. Интересно, сработал ли этот баг? Да. Система баганула. И не дает мне использовать автоматику. Так, блять. Да при чем здесь слеж, нахуй? Я в госпиталь вообще целюсь. Там, по-моему, будет еще выход на старую гавань через госпиталь. А, точно, здесь же нельзя срезать. Иначе выебут. Чё-то, кстати, зомби маловато. Не находите? Так, это как раз-таки выход на Dead Heaven. Все нормально. Я только забыл еще, как эта гавань была. Но там был переход в другом месте. У меня уже в ушах звенит, блядь. Так. Съебался. Так. Я знал, что мы сюда вернемся. 208.23. Но продолжим, наверное, в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. Адьос, братва. Sunrise out.